Здравствуйте, дорогие друзья! Мы не смогли пройти мимо и вновь участвуем в акции. В акции «Испеки пирог и скажи спасибо», посвященной Дню России 12 июня. Поэтому сегодня мы будем печь пирог. Простой совершенно, да? Да. И расскажем вам рецепт. И самое главное, потом мы поедем его дарить нашей бабушке. Самой лучшей бабушке, которая помогла мне окунуться в мир музыки. Поэтому вперед с нами! Итак, расскажу вкратце, что нам нужно для простого пирога. Фарш куриный, или мы делаем его сами и рубим куриную грудку, крошим картофель, либо делаем на терке. Мы сделаем его на терке. Лук, укроп у нас уже мороженый, и слоеное тесто. Поешь укроп. И слоеное тесто, которое мы будем раскатывать. Итак. Итак, режем куриное мясо на мелкие кусочки. Режем лук мелкими кубиками. Трем на терке картофель. Солим, перчим. Добавляем укроп. И у нас получается очень такая вкусная начинка. Затем мы берем слоеное тесто, раскатываем его в одну длинную полоску, фаршируем начинкой и склеиваем. Получается одна большая змейка, которую мы сворачиваем в улитку. Идем, открывай. А мы вот вам пирог хотим подарить. В День России. И сказать спасибо. Спасибо. Еще что? Все, на. Дай держи. Спекли. С Пашей старались. Это Пашенька тут. Не стесняйтесь говорить добрые слова своим родным и близким. Сегодня я сказала своей бабушке спасибо. Спасибо, что 25 лет назад она взяла меня с собой в народный хор.